Настоящих крещенских морозов на эту ночь не выпало. Температура была плюсовой, да и дождь с ветром утихли ровно к тому моменту, когда начался праздничный молебен. Каждый православный человек, неся этот дух Господень на себе, который каждый получает при крещении, здесь может также окунуться в воды и попросить Господа о прощении, о помиловании и здоровье, и, как говорится, чтобы Господь дал успехов и благополучия на нынешний год. Крещенские купания в Адлере – традиция ежегодная, тем более, что пример подает глава района. В этот день, конечно же, я хочу пожелать всем прежде всего мира, прежде всего здоровья, благополучия, любви и всего самого доброго. В эту ночь на пляже в Адлере собралось около 4000 сочинцев и гостей курорта. Правда, не все после чина освещения воды готовы были в нее окунуться. Самые смелые же о решении нисколько не жалели. Ощущения великолепные, вообще не холодно. Супер, как заново родились. Очень-очень понравилось. Холодно, конечно, но такое облегчение на душе. Я впервые вот в таком, вообще такое впечатление вообще на море. Оказался здесь, и такая вообще радость такая огромная.